Здравствуйте, друзья. Что мне везут? Что мне везут? Целую телегу бриллиантов. Сейчас вам все покажу. Так, приехала ко мне. Ё-моё. Вот это настоящее золото, бриллианты. Да, Миш, для настоящего огородника. Сейчас выгрузит. Заезд у нас не очень удобный, но это все люди свои, местные. Знают все особенности каждого участка, тем более профессионалы. Так, все сейчас мне разгрузят. Задом. Это мы находимся на втором участке, где растет у меня картофель. Не так просто еще заехать на мой участок. Молодец, молодец. Петя, молодец. Почти все мои одноклассники, кто еще остался здесь жить. Все, заехал. Подожди, ты сейчас выключу. Сейчас будет разгружать. Вот, целая телега. Вот так выглядит телега. Это у нас тут есть местные фермеры. Они держат еще скотину. Вот, посчастливилось у них купить. Сено у меня тут еще стожок остался. Ну вот, наверное, как раз таки навоз и мы прикроем. А может быть, вот этим пологом. У мужа старые остались, большие. Как раз размер большой, хватит. Старый сарайчик доживает свои последние часы. Сейчас уберу картошку. Здесь у меня тоже сушилась картошка. И здесь еще картошка на просушке лежит. Все, муж разбирает. Задней стенки уже нет. Послужил нам. Спасибо тебе большое. Много лет. Когда еще мама на этом огороде картошку сажала. Они с мужем здесь сушили картошку. Все, муж делает новый сарай. Все, процесс пошел. Привалило ко мне богатство. Привалило. Кто настоящие дачники, понимают, что для улучшения почвы, для ее обогащения, лучше вот этого пока ничего не придумали. Компост и перегной. То есть сейчас мы это все закладывать не будем, а будет все лежать на перегной. Через 2-3 года будем удобрять и свою почву улучшать. Вот такая кучища. Но когда это все перегниет, это будет в 3 раза меньше. А сейчас это много. Пахнет, конечно, так себе. Ну, я в сельской местности, я к этому привыкла. Куры у меня сзади за спиной. Все, уезжает. Выгрузили. Главное, чтобы теперь он развернулся здесь. Неудобно у нас. Вот поставили столбы. И, конечно, вот заезжать, ну, они профессионалы, молодцы. Все, пока. Вот, хвастаюсь. Ой, красота. Для кого-то бриллианта, для меня вот это самое лучшее богатство. Все. Всем всего хорошего, будьте здоровы и счастливы. Пока.